стойка по задержке передачи квартиры, она исчисляется в днях, да, там идет 1/150 ставки рефинансирования, но ныне это ключевая ставка в день. Соответственно, сколько дней составила просрочка, столько дней, в общем-то, неустойка не начисляется. Что касается штрафа, то здесь положение следующее. Вынося решение, суд определяет, ну, скажем так, степень денежной вины застройщика. Вот эта сумма, которую полагается дольщику, от нее берется половина, и еще добавляется дольщику за то, что застройщик не выполнил законные требования потребителя, которые были предъявлены застройщику. Именно поэтому необходимо предъявлять претензию с требованием по устранению недостатков, поскольку, ну, во-первых, по некоторым требованиям предусмотрен обязательный претензионный порядок, а во-вторых, это экономически выгодно, поскольку потребитель обращается, и его законное требование не выполняется застройщиком, и это уже дает право дольщику требовать еще 50%.